Четвертая книга царств, глава 24. «Во дни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него, и посылал на него Господь полчища халдеев, и полчища сириян, и полчища моавитян, и полчища аммонитян. Посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое он изрек через рабов своих пророков. По повелению Господа было это с Иудой, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинною, Господь не захотел простить». Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. «И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония, сын его, вместо него». Царь египетский не выходил больше из своей земли, потому что взял царь вавилонский все от потока египетского до реки Ефрата, что принадлежало царю египетскому. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Нехушта, дочь Елиафана из Иерусалима. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, и взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома. И изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим и всех князей, и все храброе войско, 10 тысяч было переселенных, и всех плотников и кузнецов. Никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен его, и евнухов царя, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско, числом 7 тысяч и художников, и строителей 1000, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал Иоаким. Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудою до того, что он отверг их от лица своего, и отложился Сидекия от царя Вавилонского.